Я готов поделиться очень серьезной информацией. Мэтт Дэймон. Каждый житель страны становится жертвой обмана корпорации, не успев и позавтракать. Именно! Стивен Содерберг. Я это вовсе не одобряю. Меня мучает совесть. И кукуруза. Берешь кукурузу, получаешь прибыль. Чудеса, да? О, да. Вы видели состав? Там и лимонная кислота, и глюконаты. В компании работал один парень, он отказался, его ушли. Из-за глюконатов. Вы согласны носить микрофон? Нам нужна ваша помощь. 7:30 утра, приближаясь ко входу в здание. Доброе утро, мисс Тейлор, наша секретарша. Не обязательно добавлять комментарии, понимаете? Да-да, не вопрос. В основе фильма реальная история. Если мы начнем, работа будет напряженной. Что он делает? Я сказал ему, что камера в ларпе. Нет. Нет. Он хотел поступить как лучше. Что с этим Уитакером? Он получает 350 тысяч в год и вдруг решает стучать в ФБР? А получилось как всегда. Марк Уитакер, секретный агент 2014. Почему 2014? В два раза умнее, чем 007. О, нет. Меня сделают вице-президентом ADM. Как ты можешь там остаться, если только что обрушил компанию? Потому что кто-то должен ею управлять. Это же противоречит любой логике. Марк доказал нам, что четверо парней, зарабатывающих миллион в день, могут оказаться преступниками. Ты нам что-то не договариваешь. Да что я могу от вас скрывать, ребята? Мы обязательно узнаем, что происходит. От режиссера «Друзей Оушена» ФБР. В чем дело? Мистер Уитакер, пройдите с нами. Я натурально изобразил испуг. Послушай, я действительно почувствовал страх. Мэтт Дэймон. Все должно оставаться в тайне, однозначно. Ничего нам не говори. Очень важно, чтобы ты ни с кем другим это дело не обсуждал. Я важный свидетель в проводимом расследовании. О, боже. Слушайте, а на мою работу в компании это все не повлияет? Вы накажете плохих, а со мной все будет в порядке? Постойте. Ну, по отношению к вам изменится корпоративная этика. Информатор. Слушайте, я вам не всю правду говорю. На сегодня эта оплошность будет исправлена. Что? Стой! Производство Warner Brothers совместно с Participant Media. Смотрите в ноябре.